Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки. А старше было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старше, действительно старее, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея!» Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь! И залп. И тут они заголосили. Девчоночки запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное, рябое. Был ветер, прижигающий горячий. Блинный плач висел над полем боя. Он был слышнее разрывов, этот плач. Ему, протяжному, земля внимала. Становясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, страшно мне! Ой, мама! Батарея! И уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черта. Танковых кострах раскатывалось небо над полями. Бой медленную кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою. В буквальном смысле слова. И родину, и маму, и Москву. Весенние пружинищные ветки, торжественность венчального стола, неслышанная, ты моя навеки. Не сказано. Я тебя ждала. И губы мужа, и его ладони. Смешное бормотание во сне. И то, чтоб закричать в родильном доме. Ой, мамочка, ой, мама, страшно мне. И ласточка. И дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел с войны.